Ну что ж, друзья, доброго всем времени суток. Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун, а на ваших экранах Lost Ark. Я прекрасно знаю, что после того, как многие из вас попробовали игру на демке, которая была доступна еще в начале лета, после того, как вы поиграли в Lost Ark на альфа-тесте, многие не могут дождаться уже, когда же стартанет ЗБТ и, собственно, долгожданное ОБТ. Так вот, сегодня я вас обрадую, так как уже была анонсирована дата запуска закрытого бета-тестирования. Ну а также было рассказано, какой контент будет доступен на ЗБТ русского сервера Lost Ark. Так что будет интересно. Более того, в этом видео я хочу объявить о запуске нового конкурса, на котором мы будем разыгрывать ключи доступа на закрытое бета-тестирование. А в общем, падайте в кресло и внимательно слушайте. Будет интересно. Ну а перед началом хочу порекомендовать YouTube канал «Лучшее MMORPG». Там вы найдете интересные новостные видео, которые помогут вам быть в курсе всего самого-самого, что происходит в игровой индустрии. Там же есть огромное количество обзоров старых и новых MMORPG, а также хит-парады на самые разные темы. Так что переходи по ссылочке в описании, смотри ролики и подписывайся. Там интересно. Ну а теперь давайте вернемся к Lost Ark. На недавней презентации компания Mail.ru объявила дату запуска закрытого бета-теста русского сервера Lost Ark. Случится это уже совсем скоро, 25 сентября, и продлится до 7 октября. На этот раз контента на ЗБТ уже будет в разы больше, а нам будут доступны сюжетные линии трех материков и даже некоторая часть высокоуровневого контента. Учитывая, что большая часть квестов и инстансов уже полностью переведены, издатель отдает это все нам с вами на проверку. Более того, на закрытом бета-тесте будет тестироваться донат-магазин, так что всем участникам будут выдавать донат-валюту, дабы они могли совершать там покупки и тем самым проверить работоспособность магазина. А вот такие вот дела. Собственно, помимо этого, также стоит сказать, что на данный момент издатель ставит перед собой цель проверить работу магазина, проверить ошибки в локализации и, конечно же, нагрузку на сервера. Ну а учитывая, какое огромное количество желающих было на альфа-тесте, можно с уверенностью сказать, что на ЗБТ игроков будет еще больше. Ну и, собственно, мы плавно подходим к конкурсу. Если вы тоже хотите поучаствовать в закрытом бета-тестировании Lost Ark, то все, что вам нужно, это подписаться на этот канал, вступить в наш паблик ВКонтакте и сделать репост вот этой вот записи. Ну, конечно же, лайкнуть ее. Вот и все. 24 сентября, за день до запуска серверов, а рандом просто-напросто определит победителей, и им будут разосланы ключи доступа. Кстати, хочу напомнить, что все, кто победил в прошлом конкурсе у нас на канале и выиграл ключи на альфа-тест Lost Ark, то, ребята, вы автоматически получаете доступ и на закрытое тестирование. Так что все те ключи, что вы получили, они актуальны. Так что приятной игры и увидимся в мире Lost Ark. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем вам удачи, побольше крутых игр и до новых встреч. Пока-пока.